Здорово, народ! В это сложное время, когда в мире происходит какая-то дичь, нужно как-то беречь свою психику от окончательного, ну нахер. И наилучшим способом отвлечения от мира сего, я считаю, видеоигры. Хотя и кто-то может со мной не согласиться. Я хотел бы вам рассказать про какие-нибудь новинки, во что из последнего вышедшего стоит поиграть, но я и сам в них не играл. Да его вообще цены на железо видели? Так что если вы, как и я, обладатель доисторического птеродактиля, то вы по адресу. Я хочу рассказать вам про игры, от которых у вас может свести олдскулы, ну и про достойную дюшатинку, конечно же, так как я считаю, в эти игры должен поиграть каждый. Oh, shit. Here we go again. Что бы выбрать для начала? RPG с интересным сюжетом и системой прокачки из ДНД? Не сейчас. Стратегия старой школы? Возможно, в другой раз. Нужно что-нибудь легонькое, незамысловатое. О, а вот это подойдет. Царю Сэм, First и Second Encounter, спинномозговой шутер, если играть на легком уровне сложности, и да блять, что меня убило, если играть на харде. Ведь чтобы выжить, надо не только метко стрелять, но и постоянно двигаться, правильно подбирать оружие, исходя из ситуевины, или грамотно использовать окружение. Игра, в которой можно расслабиться, раскидывая полчища вражин при помощи вполне внушительного арсенала и подачи шуенные саундтреки. Правда, большинство лучших саундтреков именно во втором пришествии, но не суть. Ну или же можно знатно пригореть, играя на высокой сложности, тут кому как больше нравится. Также в игре есть кооператив, а как известно, с другом все становится чуточку лучше. Птиц, ай, блять, меня что-то... Я тебе показываю, блять. Не показал, я вижу, как ты показываешь. Ну, помочь тебе? Я жду, показывай. Я жду, показывай. Я прикрою, ты не отвлекайся, ты показывай. О, есть контакт. Ты показывай. Кончись. Вот у него, блядь, АУЕ нормальная почему-то. Угу. Поэтому тебе весело. Мне нравится, насколько весело у тебя и насколько пусто у меня. А здесь они где? Уеси. Вот это подъем. Что сейчас было? Понял, ты слышишь?
Это великолепно, блядь. Подъем по лестнице Сэма, это великолепно. Игры про похождение серьезного Семена наполнены морем секреток, которые помогут передохнуть между боями, стимулируя вас исследовать карту, и в которых можно найти овер-броню или ХП. Ну или же пушечку, поинтересней. А, смотри прикол, блядь. Ты... Опа, блядь. Ты вниз ушел? Или ты наверху? Сюда иди. Я пытаюсь понять, ком... он... Были. Наверху? А иду. Так, о, здорово. Опа, блядь, как попал? А тут секретная сковородка, блядь, лежит. Здесь вот. А, ебать. Здорово. Оу, май. Я не помню, как это надо было сделать, но... Походу со второй. А, подожди, тут что-то есть. Вот она. А, тут плита. Здесь плита, от которой можно прыгнуть. А её нету? А её нет? Так я её не вижу. Иди до дна, иди до дна. А, о, вижу, вижу. Вижу, блядь, она на середине. Нашел. Правда, с другой стороны, эта замечательная игра постоянно пытается тебя на... обмануть, в общем. Пощекотать за яичишки, так сказать. It was at this moment that he knew. He fucked up. Понял. Что, блядь? Что происходит? Я не вижу никого, я не вижу ничего. Ранен, подобрать. А нахуй, блядь. Подобрал броню. Сердечко-то оно не казенное. Почему урона 0? Почему урона было 0? Тебя нормально там? Нормально. Тебя не придавило? Да. Подобрал ХП. А что-то это... Ну, пушка зато фуловая, давай пушку возьмем. Понял! Взял ХП. Чтоб я еще раз в этой игре... Чтоб я еще раз в этой игре ХП взял. Вот где молодой чувак? Я ох ты, блядь! Вопрос снимается с повестки дня! Вот мы вам патроны дали. Стреляйте. Понимаю. Понимаю. Бля, это лучший подкол в этой игре, я считаю. Еще в этой игре на вас постоянно орут. Помимо секреток, бесконечная стрельба разбавляется или дополняется небольшим краплением новых механик. Например, уровень на замерзшем озере, где буксующие быки пытаются придать вам ускорение своим гордым поджопникам. Коридор, где вас задувает на стены с шипами, уровень с вертикальным батутом, уровень с горизонтальным батутом, подводные уровни, множество уровней с ловушками или уровни, где забыли провести свет. Да в этой игре можно даже пропрыгать по лавовой реке. Каждый такой уровень уникален и самобытен, и каждый раз это что-то новое в, казалось бы, классическом шутере. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что душные уровни тоже есть, где врагов мало, бегать надо много, но интересных уровней так и больше. Существуют две версии первой части серьезного Сэма, классика и HD Edition. Притом, первая часть и так разбита на две игры, а в HD Edition второго пришествия можно полностью пройти первое. Разница между версиями, помимо графики, невелика, но все же есть. Поэтому я бы сказал так, если графика в играх для вас не принципиальна и такая картинка не порежет вам глаз, то классика наша все. Именно в ней дух старой школы раскрывается в полной мере. Хотя я не считаю графику оригинала плохой, но не могу не отметить, что графику в HD издании неплохо так подкрутили, расчлененку завезли, да и некоторые уровни стали выглядеть просто шикарно. Мне лично особо запал в душу уровень в пустыне в первом пришествии. Во втором пришествии этот же уровень выглядит немного иначе, что странно. Вот казалось бы, просто пустыня, одна постройка и все, вокруг один песок, но боже, как же этот уровень чертовски хорош. Если бы графикой все ограничивалось, ну вы, разработчики, зачем-то решили потеребить баланс и кое-что изменить. И вот вроде бы мелочи, типа перестановки монстров, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы изменить ощущение от некоторых уровней. Звучит, конечно, как раньше трава была зеленее, но это реально чувствуется. Поэтому я рекомендую знакомиться именно с классической версией Сэма, дабы вкусить тот самый оригинал.
Опять же, если графика для вас не первостепенная. И начинать ознакомление стоит именно со второго пришествия, ибо в нем разработчики учли множество ошибок первой части, такие как тусклые темные уровни и ущербные боссы. Вот серьезно? Это босс? Просто куча жаб. Это босс? Дважды? Плюсом, именно в SE завезли разнообразные уровни и качающий музон. Так что именно классическая версия второго пришествия наш кандидат. От народа. А еще можно найти классическую версию с озвучкой Джигурды, что вообще божественно. Что это было? Я падаю! Падаю! Египет! Опять в Египет! Не хочу больше в Египет! Дружба решает! Оху! Серьезная скорость! Один ствол хорошо, а два это просто караул! Доброе утро, Вавилон! Сюда идите, поиграем! Подытожим. Бодрый экшен, постоянный движ, с десяток уникальных пушек, классное музло, даже босс-батлы есть. Что еще нужно хорошему шутеру? Так что если вы хотите пострелять и расслабиться, или же наоборот, устроить себе непростой челлендж, играя на харде, настоятельно рекомендую.